Друзья, всем привет! Вы на канале Фортуна ТВ. Звать меня Валентина, для новичков представляюсь. Сегодня будет видео о пустых баночках. В общем, сегодня накопилось у меня, уже решила освободиться и с вами поделиться. Так, давайте начнем сразу же, потому что их много, вот не хочу никого задерживать. От Colgate такие вот зубные щетки использовала. Зигзаг. Средней жесткости. Мне очень нравится для моих десен и зубчиков. Подходит. И с мужем, короче, используем хорошие. И брали по акции. Вот. Так, следующее. Такие вот у нас салфетки. Это давали, по-моему, выдавали даже мужу на работе. Как они называются? Луцкан. Я не помню. Это не буду правильно это называть. Не знаю, как. Коверкать не хочу. В общем, кому нужно, прочитает. Очень хорошие салфетки. Так. Тут, думаю, в русском-то еле понимаю, еще английский. Вообще, труба полная. Так, давайте начнем. Такие вот салфетки. Фу, салфетки, говорю, все, сегодня без подготовки я всегда, но сегодня что-то я не выспалась, наверное. Так, здесь у меня закончились такие бархатная роза. Это у нас идут прокладки ежедневки ароматизированные. И Ола, по-моему, правильно, да? В общем, очень хорошая, мне тоже нравится. Если девчонки, кто не знал, молоденькие, кто пользуется, попробуйте бюджетный вариант, классный. Мне нравится. Для меня подходят. Так, следующее. Муж использовал такое мыло. Ну, на данный момент еще пользуется, если правильно сказать. Адуру, свежесть океана. Так, что он здесь делает? Восстанавливающее мыло для душа с морскими минералами. Вообще классно. Ему понравилось, он доволен. Запах не агрессивный, не химозный, приятный и не сушит кожу. Самое главное, ему это прекрасно, все хорошо, тело. От Дуру тоже вот такое вот мыло понравилось. Две упаковки закончилось. Это у меня закончилось мыло. Две штучки. Тоже цветочное здесь наслаждение. Очень хороший, приятный вкус. И такой легкий, ненавязчивый. Вот кто не любит слишком ярко выраженное, это вот классное. Могу рекомендовать. Новиночка для меня. Очень хорошо понравилось. Так, лечебная трава закончилась. Такая зубная паста от Сплат. Три штуки. Это пользовались всем. Так, следующее. Закончилось ультра С. Такое вот мыло. Так, антибактериально для рук используем. В общем, хорошее мыло. Понравилось. Не химозно, нормально такое. Так, для своей цены очень оно бюджетное, очень хорошее. А что я не хочу рекомендовать, вот такой таежный мед с прополисом. Ничего она не делает от этих рецептов бабушки, что ли, как она, Агафьи. В общем, налет остается на зубах. Неприятное такое, знаете, ощущение, как будто мел наелся. Ну, в общем, и на следующее утро вообще осадок серьезный. Вот если от Сплат нету, то нету даже на следующий день. В общем, а это дешевка, и, в общем, смысла нет. Девчонки, не покупайте. Лучше Сплат купить. Так, лечебные травы там или на свой вкус. Следующее. Потом такой вот у меня коллаген черный жемчуг. Именно сейчас использую его. На данный момент сейчас осень уже. И, в общем, открыла я баночку, намагичила. И пользуюсь таким вот дневной крем. Мне очень нравится. Это было с подарком. В общем-то, дневной крем. Да. Тут идет уход, интенсивное питание. Программа, ага, программа ухода, интенсивное питание. Ну, что могу сказать, просто супер-пупер. Мне очень нравится. И такой же вот флакончик у меня. А, здесь идет крем для век. Тоже такой же я, в общем, сейчас новый там использую. Это закончился у меня. И, в общем-то, хороший тоже. Могу рекомендовать, не побоюсь. Так, следующее. Такие две бутылочки от бархатных ручек уже рассказываю 150 раз. Очень хорошие на лето. А сейчас уже на осень что-то лучше другое. Ну, если у кого-то нуждаются прям в увлажнении, то я их могу рекомендовать. Тот крем от бархатных ручек для рук.
Так, здесь идет крем Эксперт, черный жемчуг. Такой вот использовала, был в подарке у меня. Он быстро ушел, у меня летом использовала я. Мне очень понравился, он легкий такой. Наносила я прям немного, нужно было. Быстро он, в общем, впитывался, наносился легко, никаких проблем. А вот этот вот крем, он пожирнее, поэтому я его... он легкий, но такой жирноватый. Его тоже много не надо, но и в пределах разумного. И очень хорошо впитываться, если всему должно, в общем-то, норм быть, да. В общем, моя кожа, в принципе, не слишком нуждается, что уж прям вообще она у меня не настолько сухая, слава богу. Потому что я все-таки часто, очень и постоянно за кожей ухаживаю и слежу, в общем-то. Ну, в общем, на осень вообще супер вот этот вот крем, а тот вот именно на лето. Так, для ножек попробовала крем для ног. Вот такой, по-моему, был в подарке, уже не помню, неважно. Девчонки поймут, кто именно дарил. Сразу увидят свой товар. Так, глубокое увлажнение и восстановление сухой стопы. Сухой кожи стоп. Я говорю, сегодня что-то вообще не выспалась. Так, от Оля. Правильно, если вроде как. Если коверкует, то, девчонки, простите. В общем, хороший крем для ножек. Супер просто. Обалденный. Я не знаю, сколько он стоит. Не буду врать, но мне очень понравился. Так, неважно, сколько он там стоит. Ну, по крайней мере, мне приятно то, что мне дарят, да? Так, следующее. Такая вот шампунь закончилась от Гарниер, от Ботаник. Шампунь для питания и мягкости. Кокосово, молоко и макадамия. Питает, смягчает, делает волосы упругими. В общем, только я вот ее недавно допользовала, поэтому очень хороший шампунь. Не это... Не побоюсь рекомендовать. Вообще классный шампунь для бюджетного варианта, именно для магазина. Для меня это находка была. Вот так, это шампунь. Крем для бритья мыльный. А муж у меня ее постоянно использует. В общем, классный. Не побоюсь рекомендовать. Он им там довольный. Говорит, мне пока не надо другого. Посижу на этом. Я не против. Так, следующий. Закончился такой порошок от Color Ariel. Мне его подружка тут приносила. Что-то она купила, говорит, это, ну, и заодно мне купила. Ну, я говорю, ну хорошо, говорю, спасибо большое. И, в общем-то, стираем. До сих пор еще есть. Очень хороший насыщенный цвет здесь заявлен. 3 килограмма. Ariel Color Aqua Пудра. Вообще в восторге. Классный порошок. Девчонки, если будете, боитесь, я не знаете, как убрать, он реально... С ней вообще никаких проблем. Стирать вот именно такие вещи цветные. У меня больше цветного, у меня не столько белого, как цветного. Вот. Поэтому колор постоянный. Моя подруга уже знает, что я порошком тоже колор пользуюсь, как она. Так, следующее испытание. Что тут? Пшено шлифованное такое было в подарке. Хорошее пшено. Тоже, в общем-то, не могу ничего сказать плохого. Так, что могу рекомендовать? Такое какао-напиток. Боже мой, какой оно вкусный, девочки, если кто не пробовал. Я его только открыла, и представляете, такой аромат пошел приятный. И здесь он прошел программу «Контрольная закупка», занял первое место. И я действительно довольна. 200 грамм здесь. Очень вкусный. Я рекомендую. Вообще молодцы, ребята. То, что его поставили на первое место, контрольные закупки тоже прошу. Так, следующее. Достойный продукт какао, вот, который я вам рассказала. Следующее. Что могу рекомендовать? Такой вот чай, не буду коверкать. В общем, здесь он был зеленый в пакетиках, видите, дырочка. Это я здесь треугольничком был, немножко заделан. Это специальное отверстие, чтобы пакетики было удобно доставать. В общем, если кто зеленый чай использует, здесь он идет мелисса, что-то там еще, сейчас посмотрим. Так, здесь у нас идет чай зеленый байховый, ароматизированный с мелиссой, мятой и лемонграссом роял. Мелисса в пакетах. Ну, в общем, класс. Я очень довольна, качественный очень такой. Так, следующее. Еще что могу рекомендовать? Такой вот чай Тесс. Я попробовала, это зеленый чай с клубникой и ароматом белого персика.
25 пакетов. Такой он нежный, такой он приятный. Все как сочетается. Вкус вот именно мой. Действительно, подарили классный мне чай. В общем, до сих пор он у меня еще есть. Я пью. Так, потом закончилось такое пшено в пакетиках. Ну, это и на скорую руку, когда девчонки, знаете, наверное, да, в пакетиках как варить. Он неплохой, если честно сказать. В общем, он не настолько полезный, как вот россыпью, но можно использовать его на скорую руку, хороший. Так, все, у меня закончились такие были пустые банки, пустые пакетики. Всем до новых встреч, всем пока и ставьте ваши лайки. До свидания.